Всем привет, меня зовут Асем, я из Казахстана. Рухшана Хакимова из Таджикистана. Меня зовут Оля, я из Бишкека, я работаю на телеканале «Апрель». Сегодня у нас был очень интересный модуль, он был практический, посвященный монтажу видео и написанию сценария. Я никогда раньше не делала кэпшн-видео, делаю это в первый раз. Я не уверена, что я сразу всему научусь за один день, но у меня большой интерес, поэтому я буду дальше тренироваться. Но самое главное, что я узнала, это терминологию. Оказывается, называется модный caption видео. Теперь я могу тоже козырять этим названием, кого-нибудь удивлять и так говорить по-профессиональному, потому что мы это называли видео с титрами. Все. Самое интересное – это как снимать видео и как вместить вот длинную историю на 2 минуты. Поэтому спасибо Владу, спасибо Школа Кабар.